В пятницу 19 апреля состоялись дебаты предварительного голосования партии «Единая Россия». Участие в них принял ректор Казанского федерального университета Ильшат Гафуров. Любая партия, я считаю, что должна проводить аналогичные праймерсы, потому что люди, идущие по партийной линии, они имеют определенные приоритеты. Я иду как человек, который выставляется сам свою кандидатуру. Но когда тебя поддержит партия, это тоже большой плюс. Праймерс дает возможность проявиться молодым людям. И я очень рад, что молодые люди очень активно включились в этот процесс. На предвыборных дебатах было заявлено две темы – благополучие и здоровье, а также образование, качество, доступность и перспективы на рынке труда. На сегодняшний день эти направления являются важнейшими. Они определяют качество жизни населения и поэтому заслуживают отдельного внимания. Оппонентами Ильшата Гафурова стали молодые, амбициозные члены партии «Единая Россия» Диана Демина, Марсель Шарапов, Татьяна Швиева и Юлия Королева. Ректор КФУ Ильшат Гафуров отметил, почему решил участвовать в выборах. Я вижу, какие есть ограничения, опять-таки, и для развития нашей медицины, образования, и для сельского хозяйства. По нашей инициативе президент республики дал поручение соответствующим ведомствам, в том числе и мне, как председателю Совета ректоров, разработать программы, примерно такого названия, «Медицинская наука в республике Татарстан». Да? И эта программа должна быть практикоориентированной. Голосование за кандидатов, участвующих в осенних выборах в Госсовет Республики Татарстан, состоится 26 мая. До 25 мая все желающие могут подать заявку на участие в электронном голосовании на предварительных выборах кандидатов. Анна Глазунова, Александр Юдин, Универньюз.